Urban, всем привет! Итак, сегодня с вами мы посмотрим группу Silent Planet. Я, если честно, не помню, есть ли у меня на канале эта группа или нет, потому что слишком много реакций я смотрю, и, вернее, видео. И я вот, честно, не помню. Если есть, то напишите мне в комментариях. По-моему, у меня есть. Если... Но врать не буду. Вот, давайте сейчас посмотрим. У них вышла новая песня и клип of Wolder. Приступим! Thank you.
Seven Planet, очень такой сильной игры, в плане того, что они как бы сделали под такой боевик, но в плане того, что, ну, очень похоже на Убить Билла. Не знаю, может быть, какая-то дальше будет история с этим связана, все-таки для чего-то же они придумали этот сюжет, и, скорее всего, может быть, какое-то будет продолжение, может, в другом клипе, посмотрим. Не могу сказать прям в плане того, что, что дальше будет. Вот, но, в принципе, было очень здорово наблюдать за этим, в плане того, что такой, и где их постреляли, и на руках подрались и так далее. Вот, ну, было очень даже интересно за этим наблюдать, и, правда, может быть, что-то и дальше будет, и узнаем, к чему приведет такая задумка, история в этом клипе. Насчет песни, это было очень здорово, сильно, мощно, и прям... на разрыв, можно сказать. Вот, вот правда, не помню, слушала я уже эту группу или нет, но это прям сильно, сильно мощно. Я знаю, что эту группу прям начали много кто слушать, и очень сильно нравится всем, кого я знаю, кто слушает тяжелую музыку, вот. Но, в принципе, да, то есть было много экстрим-вокала, и гитары были сильно такие жирненькие, и барабаны тоже, и все это вместе получилось очень здорово, очень круто, и, в принципе, за этим приятно наблюдать и слушать. То есть если команда делает на свою работу на 100%, это сразу видно. В общем, молодцы, супер, круто и очень здорово. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, очень важно. И подписывайтесь на канал, чтобы дальше с вами вместе смотреть вот такие интересные группы. Тоже прошу вас подписываться на все социальные сети, все ссылки будут в описании. Подписывайтесь на Telegram. Я очень прошу вас там подписаться, чтобы чуть побольше было людей. Вот. Ну, а с вами увидимся в новом видео. Всех у меня, всем пока. Бай-бай.